В начале выпуска новости коммунального характера. С начала месяца в почтовых ящиках кунгуряков появились новые квитанции за коммунальные услуги теплоснабжения. Получателем средств кунгуряков значилась неизвестная доселе компания КРЦ «Прикамье». Многих собственников жилья новые квитки насторожили. Главный вопрос – кому и за что мы платим, и стоит ли платить за квитанции? Ответы на эти вопросы в нашей рубрике «Коммуналка». С начала декабря более 400 многоквартирных домов Кунгура получили новые квитанции за услугу горячего водоснабжения и отопления. В непривычной по размеру квитанции, а это целый альбомный лист, значится: отныне деньги за тепло будет получать комплексный расчетный центр Прикамье. Главный вопрос многих кунгуряков – стоит ли платить по новым квитанциям? А также куда передавать показания счетчиков и где оплатить новые счета? Прежде чем обращаться с вопросами в новую расчетную компанию, необходимо в первую очередь ознакомиться с информацией, указанной на квитанции. Здесь подробно указаны телефоны и адреса, куда можно передать показания. Но если вопросы все же остались, то обратиться можно в офис расчетного центра. Находится он в самом центре нашего города, улица Гоголя, 13, здание Сбербанка на втором этаже. Во многих городах нашего края КРЦ «Прикамье» уже знакома жителям. В декабре филиал открылся и в нашем городе. Организация является агентом по сбору средств для тепловой энергетической компании. Данные изменения связаны с тем, что правительство Пермского края взяло на себя обязательства по контролю прозрачности расчетов за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению в городе Кунгуре. Комплексный расчетный центр «Прикамье» работает на рынке более 10 лет. Обслуживая такие города, как Кубаха, Кизил, Березники, Чайковский, Пермь. Помимо уверенности жителей в том, что их платежи поступят адресно поставщику ресурсов, прямые расчеты также повышают уровень ответственности тепловиков за качество поставляемых ресурсов. А это означает, что теперь работа коммунальных служб контролируется администрацией губернатора не только законодательно, но и финансово. Вся информация о льготах потребителей передана компанией ТЭК. Однако, если в новых квитанциях есть ошибка, на все вопросы вам ответят специалисты. Офис компании КРЦ «Прикамье» открылся в здании Сбербанка по улице Гоголя, 13. В кассах банка, кстати, можно оплатить услуги отопления, горячего водоснабжения без какой-либо комиссии. Также выгодно оплачивать квитанции можно на почте, либо через сайт организации в интернет. Компания КРЦ «Прикамье» доверяет свои платежи более 300 тысяч абонентов со всего края. Теперь в списке безопасности платежей и наш город.